Москве водитель BMW врезался в русскую печку на колесах. Видео с места аварии появилось в соцсетях. Инспекторам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах этого сказочного ДТП, а пользователи не смогли пройти мимо, оставив под постом об аварии ироничный комментарий. Осторожно, москвичи. Мчит Емеля на печи. Берегись, честной народ, он права купил, урод. В стихотворной форме оценил событие один из юзеров. Некоторые засомневались в подлинности событий, отметив, что, возможно, за ДТП стоят блогеры, решившие хайпануть. Другим же стало интересно ознакомиться с протоколом ГИБДД и комментариями страховой службы. Позднее выяснилось, что печь – цирковой реквизит, который перевозили от одного входа здания к другому.